Срочные новости. Весь мир обсуждает массовое убийство во Франции. Стрелок, 21-летний Макс Моро, был убит на месте. Манифест Макса Моро. Он цитирует вашу работу. Простите. Стоп! Держись сценария! Filmout Entertainment, Мэтт Парк Филмс. Власти Франции обвинили Гаспара Франсуаза, лидера ультраправого молодежного движения, в разжигании насилия. Сегодня будут еще три гостя. Виктуар Мюра и ее друзья. Сейчас она лидер президентской гонки во Франции. Стой, Гаспар и Виктуар за одним столом? Уверен? Зря ты тут поселился, Фрэнк. Пусть весь персонал уйдет домой раньше. Ты же сама справишься с ужином? Без проблем, месье. Отправляется из Парижа повидать нас. Так мы возьмем интервью? Все завертелось. Я готов прощать вам все ошибки. Забудь про интервью. Не все надо рассказывать публике, я с этим согласен. Вот и она, следующий президент Франции. Блюдо от шефа. Выпейте вина. Приветствую. За Францию. Пришло время показать вас, наконец, на нашем канале. Мы можем на вас рассчитывать. Пожалуйста, присмотри за Пьеро. Видимо, сообщница. Делай все так, как я говорил. Уезжайте. Вперед. Это кровь? Мы очень заняты. Дядя Фрэнк, ты только посмотри. Элис — это мать Макса Моро. Лучше б ты уехала. Но в реальном мире не всегда правильно делать правильные вещи. Я хочу вернуть сына, но вы его убили. Не надо, пожалуйста. Жизнь не всегда соответствует нашим желаниям. Закон непреднамеренных последствий. Я ждал от тебя благодарность. Ярость.